Всем привет! Открываю зимний эксперимент. Сможете ли вы по фотографии определить, где зимняя картинка Урала, а где других стран? Эксперимент ведет Илья Порошин. Переступим. Итак, первая фотография. Вторая. Третья. Четвертая. И вот пятая. Узнать надо, что узнать. Да, конечно, узнаем Урал. Ну, вот это больше, наверное. Почему? Ну, там больше какие-то сопки были, там, наверное, Дальний Восток, наверное. А. Больше похоже было. Это вот это? Ну да, наверное. Вторая, ага. А это... считаете, что первая это? Ну, здесь. Зимний Урал. Ну да, наверное. Ну, всем привет. Елизавету привет. Пять картинок будет. Первая, вторая, третья, четвертая и пятая. Олени ручьи? Нет, дальше выше. Я за вторую. Вот эту вот. Ага. Похоже на часовую. А, нет, там горы какие-то. И тогда бы ты уехала в Канаду. Нет, я за четвертую. Я горы не увидела сначала. За четвертую? Да. Вот за вот это? Да, не знаю, почему. Это Финляндия. Финляндия, отлично. Да. Тогда первая. Или Надя за какую-то. Еще. Это последняя? Вот последняя. Можно еще первую? Да, пожалуйста. Ну, это больше похоже на Урал. Потому что там будут пологие горы. Блин, это Качканар, нет, Качканар. Я за первую. Девочки, отойдите, мы вас единственную покажем. Совершенно верно, конечно. Спасибо большое. Первая. Вторая. Третья. Четвертая. Или пятая. Это Качканар, мне кажется, гора. Ага. Это наша. Или Канджак. Первая картинка. Вторая. Третья. Ух ты. Четвертая. Или, наконец, пятая. Ну, наверное, еще. Так. Посмотрим. Ну, это вообще на Японию похоже. Вот это. Да. Вот это? Да. Вы абсолютно правы. Да, ты что? Улыбнитесь для наших зрителей. Не, я улыбаться не умею. Всем привет. Так, поехали. Первая. Вторая. Третья. Четвертая. Или пятая. Вторая. Первая фотография. Вторая. Третья. Четвертая. Ну или наконец пятая. Ну смотри, на Сочи-то похоже как, а? Мне кажется, первая. А это что? Ну вот это, наверное. Вот это вот? Да. Уверена? Ну, а не ты? Знаю. Я первая считаю. Ты считаешь, что первая? Да. Первая фотография. Я? Да, молодец. А это знаешь что? Что? Это Канада. Да, у нас все-таки город на Урале. Ну вот, наконец, молодец, наблюдательность. Ну что ж, считаю, что результаты и неплохие, и даже хороши. Зима, конечно, это прекрасно, но лето лучше, правильно?